Якщо нежить не дає дихати, Нокспрей від нежить у спрей для наших людей. Є підтвердження від Служби безпеки України, як завжди вони працюють якісно, що ті 18 безпілотників, які начебто вчора збили ППО Російської Федерації, вони влучили в районі аеродрому Халіно. І є відео, просто яскраві прильоти, вибухає прекрасно, і це вже Служба безпеки України повідомила. Ну, от ми бачимо, що працюємо ми по критичній інфраструктурі ворога на його території. Служба безопасности подошла очень креативно к решению вопроса. То есть они взяли самые дешевые, можно сказать, одноразовые там, картонные беспилотники, которые могут нести достаточно такой увесистый боеприпас и идти под прямым управлением на дальность где-то в 150 километров. А раз так, значит, большое количество беспилотников, которые не видят ПВО. Я не знаю, как россияне могут перехватывать. Дело в том, что этот беспилотник с бумаги, по большому счету, он на локаторах вообще не виден. То есть у него ЭПР, эффективная площадь рассеивания, примерно как у воробья. Его как помеху сносит система помехозащиты. Потому ничего они однозначно не видели, их просто невозможно увидеть в этом смысле. Почему и служба подошла вот именно так, правильно, грамотно. Но дальность только там 150 километров прямой дальности с ретрансляторами, а эти беспилотники могут выполнять боевую задачу. Дешевые, очень, очень эффективные в этом смысле, особенно когда они заходят, допустим, волнами там по 20, по 2 десятка беспилотников и накрывают определенную площадь. Примерно так же самое, как вот тот же Атакамс. Вот Атакамс накрыл там часть аэродрома или весь аэродром, несколько ракет. Вот так же самое, там 20 беспилотников накрывают определенную площадь. Под Халино там была располагалась бригада, именно на, в районе аэродрома Халино располагалась бригада до 3000 человек, российская бригада, до сотни техники, до сотни единиц техники. А потому поражена определенная площадь, ну а количество там убитых, раненых и техники поврежденной. Это, я думаю, в ближайшее время служба безопасности доложит. Вот правильно, грамотный такой вот подход к выполнению, ну, пусть точечной задачи, не глобальной, не масштабной, точечной задачи, но, тем не менее, вывод из строя в определенной части бригады довольно-таки положительная, особенно перед осенне-зимним периодом, такая положительная цель, которую выполнили задачу служби безопасности. Далі йдемо по території країни-агресорки. Пане Романе, в Ростові-на-Дону бачимо і нагадаємо нашим глядачам, що це безпосередній шлях через Новоазовськ-Маріуполь, логістику, яку будує зараз і розвиває окупанти. Склади горіли, потужно склади, наразі невідомо з чим, але по кадрах видно, що там 400 квадратних метрів просто палали дуже і дуже прекрасно. Це ж хороша, правда ж, річ, коли ми палимо саме їхній тил? Все равно, какой любой склад, он может использоваться для военного обеспечения определенных военных целей, логистики, передвижения, даже строительный склад, строительные материалы используются для укрепления определенных фортификационных сооружений на линии фронта, потому любое уничтожение такого рода складов, оно идет в плюс украинской армии. И кто бы это ни сделал, либо это наши ДРГ, либо это партизаны, либо это внутреннее сопротивление российское, его там уже хватает, тем более в приграничных регионах. Дело в том, что в этих пяти областях, которые граничат с Украиной, российских, и в Ростовской, и в Воронежской, и в Белгородской, и в Брянской, и в Курской, там очень много этнических украинцев, очень много. То есть эти области, эти земли когда-то принадлежали Украине, потому там и генетически память, естественно, осталась, и очень много противников убийства украинцев, геноцида украинского народа, и потому эти противники, они на местах выполняют боевую задачу, уже поддерживая нашу борьбу против российской агрессии.
любым способом. То есть они самовыражаются иногда вот так, понимая пагубность действий. У людей совесть играет, они ищут какие-то механизмы, как помочь украинцам, и вот находят. Кто-то поджигает склады, кто-то уничтожает российских оккупантов, кто-то выводит из строя военную технику или средства передвижения, железную дорогу, шоссейки, там, электронику, IT-операции проводят. То есть целый процесс, который запущен на территории России в том числе. Мы видим иногда вот его всплески в информационном поле.